Привет, с вами я, Егор Помидор. Сегодня мы будем готовить оливье. Трава. Мяч. Мяч. Снимаешь? О, да он готов! Дашь мне попробовать? Да. На, Сань. Ну что, вкусно? Обалденно. Я не понимаю. Фигня какая-то. Я этот, Белиссимо! Пожалуйста! Чисто, когда в 5 лет... Помидор и оператор там... Чисто, когда в 5 лет говорил то, что у тебя в 25 лет будет бизнес-повар. Согласен. Ну, вам всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь.